чтобы он ко мне не пришел. Я ставлю ногу в бок. Это один из вариантов. Падаю на бок. Уже больно. Я еще не тяну. Ну, надо понимать, что такое хил. А хил это обоюдная работа. Объясни, ты слушай. Ну, круто. Если я хорошо работаю с руками, полноточку зажал, взял, отворочил и увел в сторону. Вот он как. Очень. Я еще футболочку не вставлял. Я улыбаюсь, вы что? Да, я буду так ладно держать, чуть повыше. Если я работу рук делаю, а работу ног нет, нога, ноги не работают, он уйдет, будет люфт, он будет болтать ногой и приема не будет. Если я буду делать работу ног, руку возьму высоко, то здесь мышцы посильнее и, скорее всего, я тоже прием не сделаю. То есть, ну понятно, сейчас я, у меня здоровье побольше, я сделаю. Ногами зажал, так, без разницы, так. Важно зафиксировать ногу, чтобы она не двигалась. Да, то есть, ну, стандартное положение, вот, детям рассказываю, показываю, обучаю. То есть, здесь вопрос наработки. Эта рука сюда, нога подкидывает, локоточек прижимает, такую восьмерочку делает, эта рука уже подает сюда, ноги зажимают, смотрю туда, разворачиваю плечо, ноги зажимают. Чтобы он ко мне не пришел, я ставлю ногу в бок, это один из вариантов, падаю на бок, уже больно, я еще не тяну, тазом еще и спина не подключался. Почему ногу? Чтобы он не пришел ко мне. Вот, он ногу не достает. Даже если достанете, я уже пошел подключаться. Если ноги не будет, он достал, вторую руку достал, ногу просунул, приема нет. То есть я там уже буду по-своему хитрить. То есть здесь, если вам хватает ахиллеса сухожилия, не надо убегать. Я-то гоню и обломаю. В любом случае. То есть как бы, ну, если ты там крутишь, убегай, куда будешь крутиться? Вот я схватил ногу. Есть. То есть если он еще будет мне помогать крутиться на живот и захочет стать стойку, я ему этого не дам сделать. Схвачу ногу, останусь здесь, заплету и прогнусь. У меня будет секунды 3-4, мне хватит. Вопрос, как защититься? Ну, здесь надо постараться схватить затворот и разъединить ноги, чтобы ноги были, ну, грубо говоря, жестко не держали. То есть я да. Здесь идет ногу сопротивляет. Второй рукой можешь, да, подтянуться. Да, здесь мне уже неудобно. И здесь, ну, там есть другие варианты, я, наверное, тоже сделаю. То есть как бы. Ну, убегать не нужно. Я догоню. То есть делай. То есть давай. Вот он схватил ахилл, вот только жестко не делал, но все же больно. То есть так, ну, здесь он плохо есть, плохо делает в том плане ногами. Я эти ноги уже обошел. Вот, мне ничего не мешает. То есть здесь надо, возможно, отлично, хороший вариант. Ноги заплел, что я буду делать, как здесь? Вставать в стойку, разворачиваться, у меня уже здесь такое фатальное положение. Я буду так. Ноги перекидывать и обратно опять к нему. То есть убегать не нужно, надо идти к нему. То есть вот у меня заплел ногами, все противно. То есть я вот здесь к нему прийти не могу. Вот, к примеру, держу секунд 5 у меня есть. Вот здесь уже варианты. А сам перейти? Конечно. Я левую руку не делаю. Я отсюда буду убегать. Ахилл держу плохо. Правда. Скажи, зачем тебе надо уйти? Ты все равно не сделаешь. Ну да, то есть я здесь делать не буду однозначно, у него лучше положение. Он держит, вот смотри, ну да, он держит ногами. Можно мне здесь в ответку? Ну я боюсь. То, что руку ловить-то. И руку можно ловить. Руку и натягиваешь через головой. Рукой ему сложно сделать, можно руку. Но если ты придешь к нему, еще же лучше будет. Да. То есть ты поймал руку сначала, а потом перешел в отворот. Можно, да. То есть надо сначала обойти ноги, я обошел ноги. Даже если я здесь руку тоже не поймаю. Да, ближе, да. Да. Ноги обошел, скинул ручку. И пошел к нему идти. То есть здесь поначалу вроде страшно, но
Некоторые прям паника и начинают стойку вставать. Нет, это хуже вариант. Ложись на жопу. Здесь. Перешел на хил, начинаю делать. Как уйти? Мне тоже нужно ноги разъединить. То есть здесь снять одну ногу, вторую. Да, да. Ну, то есть вопрос уже навыка. Сможешь, не сможешь. Я удержу, не удержу. Тут поднимать нельзя, так что можешь, я боюсь, под пятку, да, вот, угу. Получится. Вот как-то так, то есть если ногами ноги обойдете его, вам будет попроще. Тут плотности, да, него? Можно вот на жопе делиться, вот отсюда, да, переворачивать, сам наблю на ноги. Показать? Да, да, вот так сейчас, да, переворачивать. Сажусь так, чтобы мои коленки были на уровне у колен. И здесь правильное исполнение на бок. Я не на спину переворачиваюсь, а на бок. Почему на бок? Вот я остаюсь здесь. Прижался здесь. Здесь ему неудобно будет ко мне идти. Мих, иди ко мне. Нет. Потому что он сбоку. И мне удобно работать. У меня рабочая зона руки вот. То есть как бы я могу в любую точку руку. Нет. Ломал. Засунул, сделал, ногами держу. Если я буду на спине, у него есть вариант схватить руку, раз. Пойти мне в ответку ахилл, два, есть. Разведнуть ноги, тебе же удобно здесь работать тоже, три. А вот если ты будешь лежать на боку, то здесь уже тебе неудобно будет работать. А мне хорошо. Ребят, добавлю, вот кстовская школа самбо, да, что Шаров, что Лоповок, что Игрушки, что все вот вообще эти великие борцы, они очень делают хорошо ахилл, они очень, меня даже Саня научил, хотя взрослого уже борца, когда я был сборным, как надо работать ногами. Я просто раньше как брал, вот, дуль включал, а Саша очень грамотно рассоединяет ноги, то есть разводит, контролирует, вот это самое главное. Ахилл — это ноги. Это очень грамотно, ребята, Саша делает. Ну, ну вот варианты. Мой любимый вариант покажу. Даже если он меня схватил, вроде бы он думает ему хорошо. Ногу пока не хватаю, хватаю диагональ рукой. Зажимаю, чтобы ногу не утащил. Пытаюсь, либо сам таз отставляю, либо его ногу. Ну, смотря что. Вставляю ногу сюда, начинаю рассказывать, что делать. Ну, я пока еще не готов тебя отпустить. Руку не отпускаю. Отрываю, но не отпускаю. Почему? Потому что тебе же плохо. А мне хорошо. Сами ногу. Я подсаживаюсь, ногу перекидываю. Ну, я тебе максимально больно сделаю. Здесь. Ну, понятно. Я тебя отпускаю. И здесь уже она изолирована, и здесь у меня секунд, сколько ты ой, есть. Ой, все. Эту ножку может быть сюда, чтобы он не ушел. Посмотрите, как носком прям Саша делает, не с тобой. Вот прям пальчиком не поднимает. Прям. Туда, да. Туда, вот. О. Если ты будешь уходить, то я ахилл держу. Да, конечно. Ну, ты вытащишь. Начинаешь уходить, я теперь себя могу туда перевернуть. Здесь оставить. Тоже на боку, да, ты свой палат? Я буду делать все это время, у меня 10-15 тоже нравится.